Уважаемые болельщики, я хотел бы от лица команды вам сказать, что мы понимаем ваши чувства. У нас сейчас непростой период в команде, да, мы провели очень плохую игру с Самарой, но мы стараемся, мы тренируемся, мы готовимся, мы хотим выигрывать, но бывают у всех ошибки, и у нас такая, можно сказать, молодая команда перестраивается, да, у нас перепады есть в команде, все, конечно, разочарованы этим результатом, но у нас нет равнодушных в команде, и мы тренируемся, и на каждой тренировке мы стараемся на 100%. Конечно, в играх не всегда это получается, но мы тренируемся, мы готовимся, мы будем биться за команду, за город, за вас. Хотелось бы попросить от вас поддержки, как вы всегда поддерживаете команду. Приглашаем вас на игру с «Чайкой», и мне кажется, там вы увидите, что равнодушных к команде 100% нет, и в ближайших матчах то же самое будет.